Подожди. Привет, молодежь, Анатолий, Ольга. Привет. Угадайте, что мы будем делать. Ну да, вы меня все знаете, конечно, летать на парапланах. Вот. У нас купол такой новенький, да? Сейчас мы его будем упрятывать в очередной раз. На нем, наверное, пятый полет сегодня будет. Ну. Так. Держать тяжело. Тяжеловато ее. Оль, ну да вот так, где-то так проще. А без нее никак нельзя, да? Ну, ты что, такие эмоции. Нет, если она вдруг у меня выпадет, если сейчас. Но она останется, не волнуйся, не тронется. Да? Оль, послушай, ребят, и для вас. Во время старта идем пешочком и либо бежим. Как, вот как инструктор скажет, так и делаем. Вот, если ветра вообще не будет, бежим сразу. Если ветер есть, идем быстрым шагом, потом бежим. Самое главное, не садиться, когда инструктор говорит «бежим». То есть, ну, перепутать попытаем. «Бежим» и садиться там даже нельзя. Не туда буквы первой. Так... То есть сначала идем, потом ты говоришь «бежим», мы бежим. Просто я не... Бежим сильно-сильно или прям... Вот как ты как умеешь. Ты, как, ты как ты умеешь а бегать, как я умею, беги, так да. Я, может, быстро побегу. Беги, господи, ты быстрее не побежишь все равно, чем нужно. Может, тебя остановит. Ты же понимаешь? Да? Купол будет тормозить. Лучше быстрее, чем медленнее. Бо... Орать буду сильно? Кричи, господи. Нет, если я буду орать, а вдруг мне плохо станет, сердце становится. Буду искусственное дыхание рот в рот не, делать. Не, серьезно, не будет такого? Ничего страшного. Не было страшного? Такого не было. Что-то я немножко... В крайнем случае язык буду вытягивать, чтобы не вздохнул. Не, ссу немножко. Так, готово? Сейчас мы пойдем. Подожди, быстрым секунду, шагом. Можно когда один вопрос? Когда ты захочешь. Начинать вот с правой ноги. Ага. А если, допустим, сейчас вот мы пойдем, сейчас хороший момент. Еще не взлетели. И я испугалась. Мы можем вернуться назад, да? Остановились, да. Если вдруг мне фиг его знает, что. Потому что я... Не останавливаться. Хорошо, вот тебе камушек. Просто... Там уже побежим. Пойдем. Быстрым шагом. Быстрым шагом. Быстро. Ты что, готова бежать? Сейчас, побежали. Побежали. Ура! Садись. Умница. Ура! Офигенно! Вот это супер! Вау! Я об этом мечтала! Я как птица! Вот мы в воздухе, ребят! Офигенно! Оль, скажи, ну что, это сложно? Офигенно! Я не знала, я думала, я трусиха, я всю жизнь хотела побороть этот страх. Ты в воздухе, я тебя поздравляю. Офигенно! Расслабляй колени, и тебе еще понадобится на старт, на посадочке будем становиться немножко. Супер! Либо я скажу, если скажу, то не буду. Я хочу сейчас камеру строить платную, где я не прошу. Ага, хорошо, давай. Сейчас меня переведут. Секундочку пройти. Замечательно, потому что... Супер. Добралась. Ах, я офигенно. Это что-то с чем-то. Я всю жизнь хотела ощутить свободу. Это реальная свобода. Никого людей нет, просто это вообще... Это просто трэш. Офигенный трэш. Ты работаешь здесь? Нет, мы приехали с Германии в гости просто отдыхать. Ну просто такое экстремал. Чудо. Я экстремалка? Да, приехали в такое время. Просто. Мы просто случайно ехали в Казбеке, вот сейчас просто. Смотрю параплан. В интернет залезла. Ну хочу попробовать, вот спонтанно, не готовясь, ничего. Ах, просто это... Блин, ну я хочу сама этому обучиться уже без вот этого. Вот уже в Германии. Да. Слушай, как... Там ты живешь. Как это кайфово, потому что у нас сцены совсем другие. Офигеть. Какая высота? Сейчас небольшая, 400 метров от этой вот такое дороги. Такое вообще не ощущается. Супер просто. Здорово. Thank you.
машина стоит. Да, да, параплан. Да. Ну, вот, да, бывает же так. Я просто увидела, никого не думаю, просто это классно. Просто такое ощущение, как будто я одна в этом мире. И никого нет, и хочется это попробовать. Офигенно просто. Господи, это вообще шикарно. Ты давно занимаешься? Птица, 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 птица. Меня всегда такие люди привлекали, которые адреналин, адреналин. Муж у меня, он всего боится. Ну, такое всему свое время. Всему свое время. А мне давно хочу, но он меня все время запрещал. Нельзя, 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 нельзя. А вот это уже в рутину. Ну ничего со мной не случится. Я хочу, я чувствую, я настроена. Конечно.